спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 27-29, ночью 22-25 тепла. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани воскресенье облачно с прояснениями. Днем плюс 27-28, ночью 20 градусов тепла. В Тольятти днем малооблачно, плюс 28. К вечеру возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 18-21. Юго-восточный ветер 1-3 метра в секунду. В Самаре днем малооблачно, плюс 27-29. К вечеру возможен небольшой дождь. Ночью 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха 60%. Температура воды в Волге плюс 20. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.